Всем привет! Сегодня хотел бы показать, как работает фонарик на Dunabil uh, Uni Loft Pro. Loft Uni, Uni Pro. Основной. Объема фонарика хватает, чтобы осветить небольшое помещение. Ну и его хватит, конечно же, для того, чтобы, к примеру, накачать колеса опять же или обслужить автомобиль есть также дополнительный фонарик он значительно тусклее но опять же экономит электроэнергию и может использоваться чтобы к примеру идти домой осветить небольшую дорожку есть режим сос включается он по двойному нажатию на данную кнопку и можно одновременно включить два фонарика. К сожалению, второй фонарик у нас работает только в одном режиме. Ну вот так, всем пока.